Пошли от обезьянок, подошли к пингвину такому, вот. А теперь пойдем настоящих посмотрим. Где настоящие? Ну-ка, давайте. Прямо на улице. Ух ты, они стоят и нас ждут, бедные, на 40-градусной жаре. Стоят пингвины и ждут, пока к ним придут Сандрочка с Марулькой. Вот, а по дороге к пингвинам тут вот нутрии лежат. Такой от них исходит очень неприятный запах. Они обычно резвые, игривые, а сегодня они спят, потому что очень-очень жарко. Пойдем пингвинов смотреть. О, пингу-пингу, привет, как вас много. Пингвинов тут охлаждают с помощью вентиляторов. Тут кругом стоят большие вентиляторы, потому что при такой жаре им очень сложно. Запах тут, конечно, не из лучших, с селедкой протухшей. Ну, пойдемте дальше. А это верблюды. Сегодня очень хорошо, народу мало совсем, потому что жарко, люди сидят дома или купаются в море. А мы море не любим, и сидеть дома тоже. Поэтому мы ходим смотреть верблюдов. Привет, верблюды! Сейчас как плюнут. Это маленький лежит верблюжонок. Но ему жарко, он даже не встает. О, смотрите, едет караван. А мне их жалко, бедные верблюды. Весь день вот так вот должны возить этих невоспитанных детей. Это лошадки маленькие, пони идут. Маленьких деток катают. Вот мы заходим посмотреть на змей. Ой, здесь прохладненько и темно. Кто у нас тут есть? Ой, тут огромный питон. Не знаю, видно его будет или нет, но вот он очень такой... большой в воде лежит. Подожди. Через стекло. Кобра. Это ядовитая. Ого. Она плюется ядом. Ничего себе. Вот там, где красные, красно написано, это значит ядовитые все змеи. Вот тоже. Это у нас... Это же этот. Ой, как у нас их было много очень, забыла, как они называются. Большой питон. Да, а вот желтый питон. Какой красивый. Вот. Смотри, красивый какой желтый питон. Огромный. И вот тоже. Она стройная. Черная, да. Да, черная. А вот смотри, какие змеи висят. Бразильская древесная боа. Это не ядовитый. Я не хочу. Еще на нее. Тут питон разные. Да, еще один змей, это тоже питон. Здорово, питон. И да. Это питон. И это питон. Так. И это питон. Тоже. Это питон, и 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 это питон. Наши дети не любят змеи, все. Они решили, что это все питоны, и по-быстренькому отсюда ушли. Такая маленькая. Вот. О, какой огромный питон. Он очень большой. Очень. Мелко. Ничего себе. Мега большой. Мега большой? Да.